Ты даешь мне 5, мы не Всем включили, привет, дорогие друзья! Следующая, вторая серия сетевой. Ты знаешь, что... Понеслась. Передача субсидий. Война, гранаты и Кастили закончилась тем, что Португалия уступила одну провинцию. Бля, сколько тут каналов? Я запутался. А я такой... Наследник ты? Сейчас я тебе покажу, кто тут босс Средиземноморья. Хочешь папские пробки? А ты будешь его пилить? Да. Давай я тогда, ну, с Венецией пополам поделю Италию. Я и заберу генетскую часть, а он ведь на венецианскую. О, кстати, хорошо. Хорошая идея, мне нравится. А я не могу пройти. Сейчас, подожди, я по-быренькому Милан возьму и... Ну, он я... пидор, он, короче, отлучил от церкви, и я императором перестану быть. Хорошо. Ну ладно, все окей. Ой, Пфальц еще императором станет. Это жопа. Так он тебя таки отлучил от церкви? Да. Я что-то не посмотрел. Стиму. Да. Текай, хлопчи. То бери... Ну, ты знаешь дальше, что. User left your channel. Стиму. Я передал тебе. У тебя генерал на осаду, ебать. У тебя генерал на осаду. У меня генерал на очень хорошую осаду. У меня есть сейчас правитель, неплохой генерал. А где посмотрите возраст генерала? Возраст? Вот это хреново, то что нельзя сделать, если честно. Военное дело, и там должно... А, нет, пишется. Хреново, что у меня диста стоит. User joined your channel. Ну, потому что БД такой маленький. Ты что будешь венецианец первым брать? Первыми идеями? Первыми? Ну, скорее, ну, торговлю мне закрывать вообще резона нет. У меня и так два генерала. Ну, ну идеи что? Я вам показывал. Ну, торговлю, экономику, как бы. Техи пока рано. Тут рано. Блять! Ну, это... Ну ты экономику будешь первую брать? Да, скорее всего. Ну я тоже. Посоревнуемся, кто первый закроет. Почему у меня в Константинополе торгового влияния вообще нету? Ну, потому что у тебя там, наверное, провинции вообще нету. Ну, это ни хрена себе римский как взял, сожрал. Как? Кто? Римский да, папа. Папа тут не опаля, ням-ням. Разожрался я могу здорово. Калий, я могу против него Серега, а ты на ком? Я... Ваш, ты за меня голосовать будешь, да? А, смотри, там Франция. Ща. Ух, ебать. Все за меня голосуют. Ну, просто у меня... Он кинул, короче, отлучение. Кто, папа? Да. Серьезно? Ага. Серьезно. Парма это Генуи кинул? Я наследник. Да, это моя. Она это моя провинция, даже не смотри на нее. Да я смотрю тебя этих. Фальс, ну прям как ты мечтал. Зайдешь, а ты император. Да просто понимаешь, у него нет прироста авторитета, и сри просто разжарут. А я буду быстро принимать эти реформы. Парма, я не буду нападать, хочешь? Руслан, алло. Да. Что? Вниз быстро. Зачем? Вниз быстро. Это венецианец, позови тебя майнс. Пошли вверх. Но если за тебя Фальс проголосует, то ты останешься императором. Кстати, оборонку можно... Единственное, что у тебя престиж должен быть выше Пфальцевского для этого. Что он у него выше? А вот у меня вопрос, зачем... императором. Это Англия? Зачем француз берет и крышует римского папа? Австрия остается императором. Что за бред? Ну, Австрия будет императором. О, поздравляю папскую область. Если я сейчас Таджором буду голосовать за себя, я стану императором и...